В Нижнегорском районе открыли первый модульный центр «Мои документы». Теперь жители района смогут получать государственные услуги и в два раза быстрее. В открытии центра приняли участие Сергей Аксенов и Дмитрий Полонский. В следующем году планируется открытие МФЦ в Евпатории, Керчи, Феодосии и Советском районе. Всего в центре будут представлены 47 услуг. Хороший центр, хороший коллектив. Уверен, что будет в помощь людям. Жителям Нижнегорского района ускорит процесс оформления документов. Ну, это для каждого, я имею в виду, снятие бюрократии в данном случае. Я думаю, что это решение многих вопросов. Семейных не надо в очереди стоять, не надо ожидать. Пришли, зарегистрировали, все просто понятно. Коллектив помогает здесь на месте, поэтому уверен, что это, ну как, хорошее начинание.